Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В микрорайоне Северный прошла экологическая акция, приуроченная к Международному дню леса, который в 2015 году отмечается 20 марта. Мы второй раз эту акцию проводим совместно с Гослесслужбой. В этот раз удалось собрать очень много неравнодушных людей, молодежь и школьников с разных школ. По большому счету, не важно, как называется партия, зеленая, справедливая, россиянская, не важно. Самое главное то, что под эгидой этих образований приходит молодежь. Вот это очень радует. Изначально в акции планировали принять участие около 100 человек, но по подсчетам организаторов очистить лес от мусора пришли почти 200 добровольцев. В итоге волонтеры прошли примерно 500 квадратных метров леса и вывезли около сотни мешков мусора. Пакеты с собой привезли, так соберите и увезите назад. Кто-то пришел отдыхать и все раскидали, да? Не то, что мусорить не надо, ну и убирать хотя бы с собой, уважать друг друга надо. Наделеев рассказал, что на данной акции организаторы не собираются останавливаться и планируют в дальнейшем привлекать молодежь к уборке. И, возможно, в будущем наши леса станут намного чище. Анастасия Дрёмова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.